Тем временем муфинки провели атаку 2 в 1. Это гол. Шикарные передачи Сосиной и убойный бросок касания наносит Коржакова. И это 1-0. Тут без шансов для вратаря. Никаких вопросов Губаревой. Я думала, ты скажешь, нельзя так забивать. Это слишком шикарно было в стиле Майкла Джордана. Кочеренко. О, здорово сыграло. Все та же Поляхова, еще становится 2-1. Вот это же совсем другое дело. Очень так хорошо. На широком движении идет вперед Нина Пирогова. Выезжает на чистый лед. И продавливает Равилю Айнулову, которая клала щиток на лед, но не смогла противостоять опытнейшей представительнице торнадо. Нина Пирогова забивает сегодня уже не первый раз. Не знаю, почему нарушение, а не нарушение. Так, ну что? 2-2. Обыгрыш какой красивый! Вот это, конечно, красота! Но здесь ничего не скажешь. Браво Шибанова! Все сделала очень здорово. Алена переиграла Ирину Костину, которая не пропускала сегодняшний матч и держала свои ворота на замке почти 35 минут. Но здесь лучший бомбардир. Захаров на шайбу-борда смещается. Проклад, обманное движение. И Сос Еларова тоже купилась на это обманное движение. Растянули ее. Алена Старовойтова сама себе придумала момент. Сама забросила шайбу. Довольно жестко. Передача на правый фланг. И какой опасный момент. Отыгранно вывела Юлия Волкова. Заплели эти кружева. Просто завертели карусель и забрасывают шайбу в самом начале матча. Вот так вот неудачно. Пока мы владеем шайбой, нам не забьют. Это правило тоже действует. Иногда можно начать сушить игру. И это будет опасно. Нестерова у нас красной. Прыгнул бросок! Гол! А вот, пожалуй, главный лидер в составе команды Александра Самсонова. Нестерова в полном порядке для себя сама этот гол соорудила. Сначала пробежала по правому краю, затем на ложном движении сместила их центр. И классный бросок. Нина Гончаренко здорово действовала, сыграла тело, остановила. И ошиблась, к сожалению, Рахимова. Опасно, Ганеева, хорошее оставление, здорово как все разыграли. Еще становится 2-1 в меньшинстве. Да. Красивейшая комбинация нарисовали. Красиво сделали наши соперники. И самое что обидное, что нижегородские пропустили в большинстве.